Эндомотор Gold Reciproc. Инструкция на русском языке. Содержимое упаковки. Рассмотрим содержимое упаковки эндомотора VDV Gold. Блок управления. Микромотор с кабелем. Понижающий наконечник 6:1 фирма Сирона. Защитные чехлы силиконовые на наконечник. Кабель для загубника. Кабель для файлов. Педаль включения-выключения. Зарядное устройство. Здравствуйте! Представляем вашему вниманию эндодонтический аппарат для профессионалов со встроенным Apex-локатором Gold Reciproc. Сейчас я покажу, как подготовить аппарат к работе. Соединяем кабель микромотора с блоком управления. Ориентир – красная метка на кабеле. Легкий щелчок говорит о том, что кабель зафиксирован. Для того, чтобы извлечь кабель, одной рукой придерживаем основной кабель, второй тянем на себя за кольцо. Таким образом освобождаем. Еще раз показываю внимательно движение. Раз. Вот такое вот движение. После этого одеваем наконечник на микромотор. Соединяем кабель загубника . Соединяем кабель с клипой для ручного инструмента. И соединяем педаль включения-выключения. В комплект эндомотора VDV Gold Reciproc входит понижающий наконечник 6:1 фирмы Сирона. С мини-головкой. Высотой 11 мм. Это позволяет комфортно работать в труднодоступных местах. Имеет стандартный Е-разъем для соединения с микромотором. Смазывается данный наконечник у основания и головка маслом-спреем силиконовым или капельным способом. После смазки наконечника необходимо его поместить на некоторое время в вертикальном положении на салфетку, для того, чтобы излишки масла могли стечь. Внимание! Запрещается сразу после смазки соединять наконечник и микромотор во избежание попадания масла в электродвигатель. Обращаю ваше внимание, что в данном наконечнике кнопка служит для извлечения файла из наконечника. Для помещения файла в наконечник нет необходимости нажатия кнопки. Легкий щелчок говорит о том, что файл зафиксирован. То есть нажали на кнопочку, извлекли файл. Для фиксации файла не нажимаем на кнопку, делаем легкое движение и фиксируем файл. Рассмотрим клавиши управления эндомотором VDV Gold Reciproc. Клавиша включения. Светодиодный индикатор аккумулятора. Светодиодный индикатор Apex локатора. Джойстик управления меню.
Клавиша ANA, включение безопасного режима, рекомендуется начинающим пользователям и при сложной анатомии канала. Клавиша меню, настройка параметров эндомотора. Клавиша ASR, переключение режима в реверса. Клавиша CAL для калибровки наконечника. Рассмотрим более подробно некоторые аспекты эксплуатации эндомотора VDV Gold Reciproc. При нажатии кнопки включения происходит проверка функционирования всех светодиодов, и на дисплее указывается актуальная версия программного обеспечения. Затем указывается файл, который использовался последним, в данном случае десятка четвертой конусности, система M2. Для настройки входим в меню, где содержатся предустановленные параметры для работы никель-титановых систем. Имеем две реципрокальные системы. Система Reciproc, система Vaivant. И системы постоянного вращения. Gates, Lintula, Flexmaster Retreatment, Race, K3, HeroShaper, Protaper Universal, GT Rotary файлы, профайлы, а также индивидуальную систему, которая позволяет создать свой протокол работы. Мы познакомились с основным меню. Доктора в своей практической работе используют максимум 2-3 системы, поэтому в данном эндомоторе предусмотрено рабочее меню, в котором будут актуальны только те системы, которые доктор освоил и научился правильно, грамотно, профессионально применять их в своей практике. Для того, чтобы активировать ту или иную систему в рабочее меню, необходимо переместить курсор в крайне правое положение. Кнопочкой «плюс» или «минус» «включить». В данном случае «он». Центральной кнопочкой «подтвердить команду», после чего данная система попадает в основное рабочее меню. Давайте проверим. Vaivant, пожалуйста, система активна. VDV Gold Reciproc оснащен интегрированным APEX-локатором для измерения рабочей длины корневого канала. APEX-локатор можно использовать двумя способами. Комбинированное определение рабочей длины. Рабочая длина определяется во время обработки корневого канала. При этом микромотор и APEX-локатор одновременно активны. Используется наконечник 6:1 и губной электрод. Отдельное определение рабочей длины. Рабочая длина определяется ручным инструментом без микромотора с наконечником с помощью зажима для файла и губного электрода. Зажим для файла. Губной электрод. Для того, чтобы активировать функцию APEX-локатора, необходимо замкнуть цепь. На дисплее отражается команда APEX-локатор включен. Светодиодная контрольная шкала APEX-локатора показывает положение кончика инструмента в канале в данный момент. Три синих светодиода, коронковая и середина трети корневого канала. Три зеленых светодиода, апикальная зона, область от апикальной констрикции до апикального отверстия. Оранжевый светодиод, апикальное отверстие. Красный светодиод, выход за пределы апикального отверстия, что свидетельствует о чрезмерной механической обработке.